Преосвященству, Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья, матушки и сестры, с праздником в честь святителя Иоанна, архиепископа Константинопольского, с престольным праздником этой святой обители. Ваше Блаженство, Ваше Преосвященство, монахи и отцы, живочеститам празникот на Светот Иоанн Златост и Вашот Инвентарь. Ваше Блаженство, я сердечно благодарен Вам за приглашение в этот день быть вместе с Вами, чтобы отпраздновать и престольный праздник этой обители, день Вашего тезноминиства, ну и день своих архиерейских хиротонов. Ваше Блаженство, сердечно Ви благодарен за поканата да дойдам и заедно со Вас да го прославам празникот на овој манастир, а исто така празникот на вашот именден, истовремено и мојот јубилеот од мојата хиротонија. Религиозна жизнь – это всегда опытная жизнь. И когда мы говорим о церковном единстве, то именно в такие минуты всеночного бдения поособенно чувствуешь братскую любовь разных поместных православных церквей. Религиозниот живот е живот на искуство. И токму во вакви денови живо се чувствувам опитот на братската љубов на овој празник. Господ судил православным народам особое испытание в этом веке, когда требуется не просто на словах, а своей жизни засвидетельствовать преданность Богу и Святой Православной Канонической Церкви. Господ допуште во овие наши денови да има потреба да се посведочи не само на зборови, туку и на дело, решеността да се остане во единството на Канонската Православна Црква. Для меня особенно приятно, и я благодарен Богу, что имею возможность Ваше Блаженство с Вами сослужить человеком, который является исповедником за свою церковь, живой легендой православной Свеянской церкви. По новый день да можем да сослужим со Вас, что Си исповедник и жива легенда на православной церкви. И мы верим, что несмотря на все потуги тех, кто борется с церковью, если мы будем жить согласно евангельских заповедей, мы обязательно победим те невзгоды и обязательно и сохраним православную веру и передадим ее чистоте и будущим поколениям. Ние сме сигурни дека без разлика на силата со која што не нападјаат они кои се борат против нас, доколку ние живееме исправно, ние ќе победиме и успееме да зачуваме нашата православна вера. Ваше Блаженство, кога ехал ја сюда, блаженнейший митрополит Ануфрий, представитель Украинской Православной Церкви, просил меня передать Вам самые наилучшие поздравления и приветственный адрес. Я с Вашего благословения оглашу приветственный адрес митрополита Киевской Сеи Украины Ануфрия. Благодарят навыка блаженнейшего митрополита Ануфрия Киевский на целой Украине мне замоли да прочитам поздравно слово, кое не сака се да го прочитам. Его блаженство, блаженнейшему Иоанну, архиепископу Охридскому, митрополиту Скопскому, Ваше блаженство. Сердечно поздравляю Вас с днем Вашего тезноименства и днем памяти Вашего небесного покровителя, святителя Иоанна Златоуста. Ваше блаженство, сердечно Ви го честитаме празникот на Светиот Иоанн Златоуст, што е празник на Вашиот именден. Путь вашего архиепастырского служения все эти годы был очень непростым, наполненным испытаниями и страданиями за каноническую правду Святой Православной Церкви, которую вы последовательно отстаиваете. Годините на ваша пастырская служба не са лесни, туку се полни со искушения и испытания. И страдања за канонската правда на Светата Православна Црква, на која што вие упорно стојувате. В этом отношении ваше служение в какой-то мере напоминает жизненный путь вашего небесного покровителя, также пострадавшего за правду Божию.
Во тој однос, вашата служба во некоја мера личи на животниот пат на вашиот небесен покровител, кој што исто така пострада за направда Божија. Все мы, архипастыри и пастыри, призваны хранить верность Церкви Христовой. При этом Господь не только многократно в Священном Писании предупреждает нас об испытаниях, но и обещает нам награду за верность. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Будь верен даже до смерти, и дам тебе венец жизни. Сите ние архипастери и пастери сме повикани да ја зачуваме верноста кон Црквата Христова. Притоа Господ не само многукратно и во Светото Писмо не предупредува нас за искушенијата, туку и не ветува награда за верноста. Не плаши се од ништо што треба да го претрпиш, биди верен дури до смртта и тебе ќе ти го дадам венецот на животот. Молитвено желаю вам, владыка Иоанн, помощи Божией в ваших трудах на Ниве Христовой. Молю, чтобы Господь укреплял ваши душевные и телесные силы в дальнейших трудах на благо Святой Церкви. Совершайте впредь ваше дальнейшее архипастырское служение замечательными словами вашего святого покровителя. Слава Богу за все! С любовью во Христе, Ануфрий, митрополит Киевский и всей Украины, предстоятель Украинской Православной Церкви. Но Твоими словесы наказу.